До единого дня голосования остается ровно 40 дней. 29 ноября пройдут выборы депутатов Верховного Совета 7-го созыва народных депутатов, местных советов народных депутатов и председателей советов, глав администрации сел, поселков. Продолжается выдвижение и регистрация кандидатов. Центральная избирательная комиссия проводит подготовку к единому дню голосования. В Приднестровье готовятся к выборам депутатов в Верховный, местные советы и на должность председателя совета, главы администрации села-поселка. Избирательные комиссии будут принимать документы от желающих баллотироваться до 29 октября. Сами выборы назначены на 29 ноября, в единый день голосования. О желании занять депутатское кресло в Верховном Совете заявили 50 приднестровцев. Большинство – самовыдвиженцы. 7 кандидатов уже зарегистрированы и ведут агитацию. Двоим отказано в регистрации, информирует ЦИК. По Бендерам выдвинулись 6 кандидатов в депутаты Верховного Совета. Александр Коршунов по округу Солнечный, Юрий Кучеренко, округ Мемориальный, по Борисовскому Олег Петрик, Ленинскому Антон Ануфриенко, Первомайскому Руслан Гореев и по Центральному округу Сергей Писаренко. Пока только Олег Петрик завершил регистрационные процедуры и получил удостоверение кандидата. Оперативную информацию о кандидатах можно найти на сайте Центра избиркома. Как рассказали нам в Бендерской территориальной избирательной комиссии, выдвижение в местные депутаты также идет активно. На 27 мест в городском совете претендует 14 зарегистрированных кандидатов. В списке одна женщина. Еще 33 бендерчанина выдвинули свои кандидатуры и ведут сбор подписей. К слову, на большая конкуренция пока наблюдается на БАМе, Борисовке и Шелковом. Напомним, что выдвижение кандидатов в депутаты Верховного и местных советов и на должность председателя совета главы администрации села-поселка будет продолжаться еще 10 дней. Так что времени на завершение регистрационных процедур осталось совсем немного.